Девчонки и мальчишки, всем привет-привет. Сегодня будет вещание вот такое, из кровати. Это я уже поднималась с утра, обратно легла. Не могу спать, хочу. У нас так холодно. У меня вот это вот все еще болит. Короче, в пень попила чаю и обратно легла. В этот, лежим с Ариской, она сейчас убежала, греемся. Забыла вчера, уснула. Хотела же вам показать. Вон что, мне пришло. Это не реклама. Это я сама купила, как я вам говорила, челюсть отпадает. Короче, чтобы рот не сох. И вот я себе думаю, вообще там таких штук много. Я взяла на Wildberries, если кому интересно. Прям набираете бандаж. Бандаж для лица, что ли, как-то. Он так называется. А если. Ой, еще что-то выпадает. О, резиночка. А есть еще эти маски. Спасибо за покупку, мы будем благодарны, если вы оставите отзыв. Желаю хорошего настроения и прекрасного дня. Короче, ладно, это везде сейчас вкладывают. А есть просто маски такие. Я, честно говоря, сначала маску увидела у одного тоже блогера. Она это ее так хоп, за уши вот сюда. И ходит, типа, второй подбородок, не это самое. Ну, убирает там, подтягивает овал лица, вот эти вот все дела. Ой, ну так. Лечь-то удачно. Полезно смотреть. А я-то думала, они многоразовые, это у них маски, ну, такие. А это, оказывается, одноразовые такие еще есть. Вот тут мне выпал бандаж. Они тоже разные бывают. Короче, он вот так выглядит. Вот такая вот фигня. Вот сюда, я так понял, вот это идет на подбородок. Инструкция есть. Сейчас. Идет на подбородок. Пришло вот так вот, просто в одном пакетике, без ничего больше. Вот это. Вот так. Короче, это должно быть все надето. Лифтинг маска для коррекции овала лица. А написано бандаж, когда продается. В общем, тут мелко, я сейчас не прочитаю. Там на сайте написано, в общем, если что, чтобы не просто вот так ее таскать, а можно еще усилить эффект, вот сюда положить. Подложить, я так поняла, там что-то написано, типа, смочите бинтик в каком-то там растворе. Ну, то есть, ну, или маску готовы уже подложить вот сюда, на этот, и тогда эффект усилится. Так, а каким местом ее надевать-то? Если у меня вот здесь будут ухи. Сейчас посмотрим. Если здесь будут ухи. Тут еще массаж есть, кстати, на этом. А, вот, широкой частью должно быть на лице. Широкой частью на лице. Да блин. Что это такое? Как это работает, люди? Так, ухи не влезли. Ухи сюда. Вторые ухи сюда. Но как в космос собираешься? А как спать-то в этом? Челочку пригладим. Блин, она сползает. О, вот так. Ее подальше надо отсюда. Так у меня точно рот не откроется. Ну, на ней написано, что что-то держать ее надо. Блин, не вижу, тут отсвечивает. А вот. Рекомендуемое время применения 15-40 минут в день. А есть еще. Смотрите, второго подбородка сразу нет. Только третий. Просвечивает там где-то. Жесть какая. Давит на ухи, между прочим, вот с этой стороны. А есть еще такой бандаж. Он, короче, за шею вот так зацепляется.
И здесь зацепляют. То есть как шапочка такой надевается. Но по такому же принципу работает. Цена у них одинаковая. Мне просто розовенький понравился. Я подумал, ну в шапочке, потому что куда я... Вообще у меня плюс шапочка, плюс где у меня эти... Упала. Если я буду вот так спать ложиться, например, ты еще Вася не видел. Вот так вот шапочка, плюс еще... Блин, упала. Сейчас, сейчас теперь. Плюс еще вот эту хрень нарядить. Наушники, наушники. Если я, девочки, буду спать вот так, я, наверное, буду спать одна. Ко мне даже Ириска не придет. Я так думаю. Или купить наушники тоже. Кстати, помните, я вам говорил, вот эти наушники классные. Они дешевые. Что-то я их там покупал. В общем, они здесь на сайте, на Wildberries, я видела. Рублей 700, что ли, стоят. 500 даже, по-моему, есть. Можно на Алиэкспрессе купить, они там еще дешевле. Они быстро сейчас доходят. И это черные купили по акции. Это еще из Испании я притащила, потому что там что-то на 2 евро были подороже, что ли. Ну, лицо у меня. Ну, и рожа у тебя, Шарапов. Короче, до слезиков. Короче, он у меня, видите, опять голос меняется. Короче, видела я здесь у нас на сайте сиреневенькую. Ну, для девочек такую надо купить, а эту отдать Васе. На этом. Я в этих... Ну, как сплю я? Ну, сплю, да, я там просыпаюсь в туалет, потом посреди ночи снимаю их, конечно. Ну и чё? Вот так, девочки, я сделаю. Стойку поставлю вот так. Я вчера, как я говорю, как порядочно, все приготовил. Стойку, все, думаю, сейчас, ну-ка, я сейчас все это вам тут покажу. Без стойки никак, потому что света нет. Спальня же. Я же говорю, блин. Посмотрите, как там. Короче, как-то все лицо не помещается. Ну, вот, в смысле. Я так понимаю, что вот здесь вот подбородки-то уйдут. Да? А вот здесь вот придут морщины. Если вот так вот наряжаться. Все брови растрепаны. Ну, короче, девчонки. Трэш полнейший. Ладно, давайте еще посмотрят, поржу. Что только бабы не придумают. Ну вот как проверить, будет она открываться или нет? Можно еще сильнее затянуть там, конечно. Не знаю, ладно. Надо будет хоть камеру, что ли, поставить и включить. Попробовать сегодня поспать, если опять не вырублюсь. Когда перестанем ржать. Ляжем спать. Вот. Ух. Слушайте, она еще и мозги в кучку собирает. Так прям сразу хоп, лицо и распалось. Ладно, надо вставать. Хватит греться. Я тут пригрелась, между прочим. Вот, просто пригрелась. Надо вставать. Идти дела делать. Ой, божечки мои. У нас воды горячей так и нет.